По многочисленным просьбам посетителей в музее «Столярная мастерская», расположенного в музее-заповеднике Родина Ленина, 24 ноября вновь заработает «Город мастеров». Экспозиционные залы и мастерская музея превратятся в творческие пространства, где современные мастера, владеющие основами старинных ремесел, удивят их новой интерпретацией. Для многих станет настоящим открытием мастер-класс по валянию. Валяние – это техника, которая известна людям тысячи лет. При помощи сухого валяния делают в основном объемные игрушки, украшения, а мокрое валяние используют для изготовления шарфов, шапок, каких-то еще плоских предметов, в том числе вот таких вот, например, игрушек, которые дети с удовольствием используют в своих играх. Во время мастер-класса гостей города мастеров познакомят с двумя техниками валяния. Мастерица покажет, как при помощи сухого валяния свалять бусину. Для этого нужно шерсть, специальная иголка с зазубринами и губка. Необходимо запастись временем и терпением. Более трудоемкий метод валяния – мокрый. Что касается мокрого валяния, то тоже необходимы самые простые инструменты. Например, вот такая вот упаковочная пленка, горячая вода, мыло, синтетическая сетка, шерсть. Мы берем с вами необходимое количество шерсти, укладываем ее сначала по горизонтали, затем уже по вертикали. Накрываем сеточкой, берем воду, мыло. И аккуратно начинаем вот так тереть. За удивительными превращениями шерсти посетители города мастеров будут наблюдать во время мастер-класса. Также гостей праздника ждет интерактивная экскурсия, фотозона, сувенирная ярмарка, ароматный чай и мастер-класс по росписи керамической игрушки. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.